Ребята, всем привет, с вами Александр, Monster Legend, и сразу отвечу на вопрос, почему не было видео по последнему лабиринту. В общем-то, из последнего лабиринта я снял только прохождение той части лабиринта по Клектусу, которого вы уже видели на канале, его прокачку, а остальное я профукал. В общем-то, я был на работе, утром зашел, смотрю, остается еще там несколько часов. Думаю, хорошо, после обеда сниму. А потом, как бы, вспомнил об этом уже, ну, вспомнил, потому что появилось время уже только после 3 часов. И я захожу, и вижу уже, грузится игра с новой заставкой. И я понимаю, что все пропало, шеф, не потратил я очки, хотя очков было мне там немного. Ну, Клектуса взял, ну и ладно. Фиг с ним, ребятки. А сейчас у нас на прокачке уже зоркие у нас заметили. Это у нас будет самурайчик наш. Одержимый самурайчик. Харусами. Так, хорошо. Мне вообще-то мрак располагается вот там. Ок, вместе к Клектусу его. Да, этот удар мне часто приходилось брать на себя. Только что вылетел у меня видос, короче, ребята. Кстати, напишите, вот, все, кто пользуется программой для записи экрана, такой как я, AZ Recording, вылетает ли она у вас? И если вылетает, то какой у вас, ну, телефон или планшет? Ну, или вы пользуетесь какой-то другой программой, которая работает вообще суперски, никогда не вылетает. Тоже можете написать в комментариях, можете, я тоже опробую. Итак, давайте Харусами нашего сейчас узрим. Харусами был лучшим самураем в Древней Японии. Он был настолько умелым воином, что Властелин Тьмы призвал его в свою армию. Когда об этом узнал Властелин Света, он приказал убить Харусами в наказание за предательство. Теперь самурай вернуться и жаждет мести. С другой стороны, а что значит призвал его? После смерти, что ли, призвал его? Он же, наверное, сам бы не пошел туда. В общем-то, показатели у него все хороши. Давайте его суперку почитаем. Так, наносит всем врагам огромный урон особой атакой, может вызвать кровотечение у всех врагов. Ну, может, равно вызывает. Неплохой, кровотечение штука хорошая. От нее иммунитета меньше, чем от огня. А урон довольно-таки неплохой. Давайте его найдем. Вот он у нас там вместе с Клектусом бродит. Так, времечко идет. Нажимаем вот сюда. Нажимаем вот сюда и погнали на монстр вики. Харусами, легендарный монстр мрака, демон самурай. В общем, сила 3398, это практически максимальное значение силы. Жизни 30 тысяч, очень хорошо. Скорость 3465, тоже шикарно. Короче, вот вообще, то чисто так взять статы, то они шикарны. Ну, все зависит от ударов. Это у нас монстр, относящийся к топам. Ну, не топ демагер, а просто хороший демагер. Вот удары, наверное, подкачали. Давайте сейчас будем разбираться, что же у него тут подкачало. Так. Цусенгири! Так, похоже на название каких-то суши. 35 с кровотечением по одному. Ну, маловато. Кража жизни 50. Неплохо. Маджацукац, какие-то там порезы с контузией, параличом точнее, хороший удар, но сила 35. Давай теперь к самым интересным. Кенсенгири, удар 50 кровотечения, кандидат набрать, 60 с кражей жизни, кандидат набрать, мультик с параличом, всем кандидат набрать. Все хорошие удары, собственно говоря. Дальше, 65 с параличом. Какой параличом? С кровотечением. Брать однозначно. Кража жизни 100% брать однозначно. Мультик этот не брать. Брать мультик вот это. То есть раз, два, три удара. И что у нас еще есть тут с параличом? И вот этот можно брать с параличом. Хотя он у нас не пар... Нет, он у нас демагер.
Дэмагер тогда брать вот этот удар. Брать вот этот удар. Вот этот и вот этот. Вот эти два и вот эти два. Нет, не вот эти. Мультик по всем. Вот это. Короче, а теперь давайте смотреть, что нам тут советуют. Поскольку это у нас дэмагер, мы ему до третьего уровня все на силу, потом уже можно одну на скорость ему пихать. Так, 45 по всем. Я не согласен, я возьму с параличом. Разница 35-45, но там паралич на всех. Потом, они предлагают брать также 2 по всем. Ну, вот такой вариант я рассматриваю. То есть я люблю мультиудары на самом деле. И суммарный удар, да, по троим 45 будет сильнее, чем, возможно, по одному. Так, кража жизни 100%, как я и говорил, и 65%. Так, по всем 45%. А какой у нас там еще есть сильный удар? Вот эти вот мы два взяли и вот этот взяли. Так, вот из этих взяли вот этот не брали. То есть, ну правильно, 50, зачем брать 50 с кровотечением по одному, если можно взять 40 по всем? Ну, в принципе, согласен. Все, съездили. Теперь мы знаем, что нам нужно. Давайте поставим ему сразу рунки. Рунки, рунки, рунки. Давайте ему одну вот так. И одну вот так. Ну, четвертый ему поставим. Он все-таки у нас не топчик, но довольно прикольный монстр. Не знаю. Не хватает ему, наверное, каких-то ударов с усилениями, чтобы он был топчиком. Но хотя его, если его взять, он очень быстрый. Его взять в команду, допустим, ну, да, с той же Тетис. Она усиление ему будет давать. Ну, да, неплохой дэмэдж дилер на самом деле. Погнали. О, подождите, мне только что попался разрезы Мадзуцу, да? Да, мне попался удар с кровотечением. Так, подождите. Разрезы Мадзуцу. 30 по всем с параличом. Что значит один враг? Почему один враг? Какая-то мистика. Это же у нас должен быть мультик по всем с параличом. Один враг. Ладно, может, что-то заглючило. Вот странная ерунда, да, у нас там разрезы Мадзуцу, и там разрезы Мадзуцу, но один у нас по всем, а один не по всем. Ну, вот как-то странно. Может, там множественное, там одинарное число, но есть такая, короче, ерунда, будьте внимательны. И вот, ребяточки, тут качался, качался, и у нас на ML4Game удар называется Маджутсу слэшес, ну это тоже удары, да, там. Получается, у нас он уже называется не так, он уже полностью переведен на русский, и он, походу, получается глубокие порезы Мадзуцу, потому что там, видите, вот, это у нас несколько противников, ну, по статам 36 энергии, 3 перезарядка, то есть это все совпадает. То есть, ну, Маджутсу слэшес, это у нас глубокие порезы Мадзуцу. Ну, а теперь пошли его пробовать. Есть, ребятки, у нас, в общем-то, вот такое вот подземельечко, обычное золотое. И у нас здесь разрешен мрак. Вот как раз сейчас мы с него и начнем. Так, сменить команду. Мрак, конечно же, мрак. Вот наш самурай. Что у нас тут из каменных есть такого интересного? Бураторг брать не будем. Баба-ёшка есть. И огонь, 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 и я. Так. Ну, давайте возьмем Шалинар, там посмотрим. Вот такая у нас троица получилась. Давайте будем раздавать. Так. Что ты умеешь делать? Я уже забыл про бабу-ёшку. Ладно, пусть будет так. Они не могут лечиться, и у них сниженный урон. Это вообще шикарно. Так, теперь у нас есть два супер удара.
паралич ни на кого не сработал. Это печально. Ладно, тогда пропустим. Супер удар. Защитный тотем, и что? Первый раз вижу супер удар. И все, то есть это его весь супер удар. На себя все атаки принимает. И пока не раз. И щит, короче. Хорошо. Давайте ему сделаем одержимость на всякий случай. Так, и давайте наш самурайчик. Надо взять кого-то, у кого есть усиление. Блин. Но у меня у огненных что-то я не помню, у кого есть такое вот усиление. Так, ну ладно, давайте так просто сделаем. Порезаем Адзуцу. 45 сила удара было. Пропускаем. Тоже пропускаем. И шикарно. Он же у нас камень. Камень плюс зелень. Ну, сам себя добьешь. Мухи появляются, прикольно так. Ладно, давайте его уже добьем. И пойдем заново. Возьмем новую троицу. Самурай мне нравится. То есть он мне изначально нравился, и сейчас тоже мне нравится. Сейчас попробуем подобрать какую-то еще другую троицу. Наша хранительница природы, Шалинар. Так, давайте сменим. Что ж поделать? Каменные, каменные, каменные. Ну ни у кого, по-моему, здесь нету удара усиляющего другого. Так, что у нас Матфло вообще делает? Тефра, тефра, тефра. Ну, здесь все, все демагеры, демагеры, демагеры. Саппорта никакого нет такого. Ну, ладно, давайте так. Может, ты парализуешь их? Ну, хотя бы правильно, двух. Без матфлоу. Хорошо, здесь паралич не сработает. Усиление урона на себя, блин. Ну, на два хода, кстати. Давайте, утечка энергии. Щит, ну это хорошо. Дольше проживет. Так, нет. Сильный урон стихии воды. Всех заморозить. И мини-щиты. Ладно, заморозь всех. Отдубась всех, точнее сказать. Вот так. Завалили деньгами. Чтобы и вас, ребятки, так всех завалило деньгами. Ну и вот так. Ну, шикарный монстрик. Отлично. Жаль, что сейчас нет просто никакого подземелья. Точно, что я туплю? Сейчас мы пойдем на карту странства и там возьмем кого-нибудь, кого надо. Итак, ребятки, вот первая комбинация у нас точно ходит первым и усиляет всех Гомозек наш. Он же Лорд Атлантис. Это из фильма, кто не в курсе, есть такой мультсериал, но аниме. One Punch Man. То есть убивающий с одного удара. В общем-то, можете посмотреть, такой забавный. Особенно первый, там, первой серии. Так. И, кстати, он тут очень даже кстати. Давайте вот на тебе будем репетировать. И шикарненький урончик. Всех запарализуем.
Он вообще шикарный. И ходит быстро, и бьет сильно. И все у него есть. Так, что у тебя есть? Исцеление. Неуязвимость команде. Неуязвимость к одержимости. И вот. Друид походит, да? По барабану. Нам по барабану. Так, можем вообще кого-то высосать полностью. Давайте пока не будем. У нас есть секретное оружие. Так, давайте. А что 50%? Не понял. Да ё-моё, что, вот этот удар сильнее получился? Что 50%? Блин, удар, понятие, действие Лорда Атлантиса сильнее, что ли? Ладно, давайте я сейчас затопим тебя. Готовенько, ребятки. Давайте сейчас еще раз, значит, пойдем. Так, что ты там у нас умеешь делать? Блин, у него же есть даже вот такая штука. Что-то я затупил. Двойной урон. Двадцать пять тысяч. Немножко не могу завалить друида. Ладно, тогда делаем снова так всем. Попал на этот раз по всем. Всех сейчас вынесем сугубо. Сугубо нашим. На два хода. Ладно, просто пропускаем. Так, ну что сделать сейчас? Можно сделать вот так, но что-то не хочется. Мне хочется сделать вот так. Минус 35. Там чуточку нам не хватало, чтобы его вынести с первого же хода. Стопроцентный урон. Вот это я понимаю. Так, о, теперь нам нужно кражу жизни использовать. Ладно. Пропускаем. Кража жизни. Вот как раз нам... А, черт, я уже это использовал, да? Ну ладно. А сколько там перезарядка у этого удара? Давай. Ну, смотрите, он поджег. Плюс 23 тысячи. Ха, насколько ударил, столько и своровал. Вот это я понимаю. Его усилять харусами — это святое дело. Ну, ребятки, надеюсь, вам этот монстрик понравился так же, как и мне. И вы не забыли поставить пальчик вверх, подписаться на канал, поставить колокольчик, почистить зубы и лечь спать. До скорых встреч. Всем пока.